Адвокат Эмиль Курбидиновны Санкидерсын малюмат сербеслигіні сойстемал еткенінде қабатладылар қырымыларның имейджісіні ижғалжа кемиетінің қырым студентлеріні сефербер еткені или бағлы язысы себебінден экстремизмнен Куреш меркезінің чалышанлары тутты. Телеграм-канал гизли олса да метін муэлифлері гизлиде гейледі. Бұл ықтимал Курбидинов қырым татарларының эсасыз тұтылмасы ве даваларының мақсус құрылғаны ақта язып адли тавсиелерде бұлынайды. Бойлы тавсиелер сырасында қырым студентлер Ижгалжарби болюклерине ордуга чагыруу муддетини узатмак эле багылы аризаларынын язылуу болду. Ижгалжы кувечилеринин фикиринче бул маалымат ватандаштар тейлекесизлигине зарар бере беле. Ну это полнейшая чушь, по-другому я это назвать не могу. Действительно, я очень много в социальных сетях размещал и размещаю информацию, и буду размещать информацию по фактам нарушения прав граждан, и за это меня не могут привлекать к ответственности как адвоката. Эта информация является абсолютно достоверной, иначе я бы ее не размещал. Эмиль Курбидиновны 20 дакыка сонра ибердилер, чунки бу кабатла боюнча апис жазасы берилмей, жаза соңрадан белгиленечек. Мираклысы шунда ки багымсыз адвокатны ижгалжы полислер Руслан Шамбазов ве Роман Филатов тутты. Олар бирчок кырым татарыны такып ве ишкенже этмек элеме шур. Грате матбуатынын билдиргенине куре Курбидиновны бири 23 январде гизли шекилде чакканы себебинден туттылар. Чахув мектубуна Эмине Билялова язды. О кырым иханечиси Александр Талиповнын Чахов агынын идарежиси ола. Сесе чатлардан биринде бу кадын кырымлыларынын Русияге каршы бакышларына ачууланып, яңы сүргүнлүктөн тектейдетти. Вот гляжу на таких представителей своей национальности и потом реально понимаю, почему, извините, русские вот на нас такие обозленные. Потому что для татар делается все, да? А эти мрази неблагодарны. И мне очень стыдно за представителей моей национальности, что дайте только мне команду, извините, ФАС, я буду лично вторым Сталином для таких мразей, как они. И мне за это ничего не будет. Эсасыз дава боюнча махкеме не вакыт олажагы ачыкланмады. Кырым татар адвокатына 100,000 рублеге кадар пара жазасы ве сөзде мемури кабаат япылган тейжизатларынын чекип алынуу жазасы бериле белем. Курбидиновнын фикиринче исе бул тек бир маначыктыр. Эта ситуация связана с моей профессиональной деятельностью. Это не что иное, как очередная попытка давления, оказания давления сотрудниками спецслужб на адвокатов в Крыму, в том числе и за те дела, которые находятся в производстве. Я прекрасно знаю вот конкретно это дело в отместку, за что было на меня возбуждено. Эмиль Курбидинов адвокат ве аккорчалайджи о кырым ижгал этилгенинден соңра махкемелерде кырым татар сияси мабуслерни корчалай ве ярмада да инсан аклары бозгунлукларыны аңлатам. 2017 жылында оны ичтимай аклардаки язылары себебинден энди туткан эдилер. Ижгалжы кувечилер Эмиль Курбидиновнын меслекдешлери Эдем Семидляев, Айдар Азаматов, Лиля Гемиджи, Назим Шейхмамбетов ве Рустем Кемилевны де такып этем. Украина деңиз дронлары регионда вазиятны тамамы эле деңиштырды, чүнкү Русия кемелери Кара деңизде артык сакинде кил. Бу акта Америка Девлет департаментынын темсилчиси Туневин йок этилген Цезарь Куников рус чыгарма кемеси эле багылы вазиятны изаатлаганда билдирди. Онун фикиринче Кара деңизде кубетлер деңгээсине яны креатив ве технологик кешфиятлар ярдымы эле Украина деңиштырды. Айны заманда Америка Бирлешкен Девлеттери президентинин телекесизлик суалеры боюнча меслечиси Джейк Салливан, бұларға Бахмадан Украинанын конгрессте чалымсызлықлар себебінден тоқтатылған Американын ярдымына ихтияжы олғанын қайд еттім. Я казав раніше, що Україна не збирається здаватися. Вони захищають свою країну і боротимуться усім, що мають. Їм допомагають інші держави. Вони також розвивають свій потенціал власними силами, маючи оборонну промисловість, що розвивається. Втім, є різниця між цим і тією американською підтримкою, яку вони мають отримати. Це залишається прогалиною, яку слід виправляти, щоб Україна досягла своїх цілей у цій війні.
Бұйық чықарма кемесі Цезар Куниковға 14 февраль күні Алупка яқынларында ұжым етілді. Украина истихпарат қызметлерінің Групп 13 бірлігінің экипажсыз Магура қайықлары ішінде арби мермелер олған кемеге салдырды. Кемеде 90 ижғалжи аскер бар еді. Не қадарыны қортара білгенлеріні Русия мудафа назирлігі ачықламай. Украина истихпарат идаресінің рейсі Кырылы Будановның дегеніне көре ижғалжилерінің арама қортарма операциялары муафақиятсыз олды. Корабель ввіз вантаж з міста Новоросійська в місто Севастополь. Корабель був завантажений і на переході був знищений безпілотними апаратами. П'ятьма, якщо вас це цікавить. Бұйық чықарма кемесі Цезар Куников кечінлері Ақиярда тамир етілгенінден соңра денізге чықты. Анда оны 2022 сенесі Бердянск лиманындаки ұжымлерден соңра тамирлей еділер. Кеме онларжы арби зырхлы Арабавия бірхач табур аскер кечіре біледі. Украинаға ве Гүрджістанға қаршы дженклерде іштырак етті. Рус аскерлеріне Суриядеве Африкада силях кетірді. Бұ енді Украина аскерлерінің йоқ еткен 4-й рус чықарма кемесідір. Да, 5-ші денізлерде бұлына. Умумен алғанда Украина силялы көветлері Русия қара деніз флоту кемелерінің 5-те 1-ны йоқ етіп олды. Кемелерінің дегер бойы қысмы Новороссийск лиманларына қачты. Бойлеже Одесса лиманларына нақлият йоллары ачылды. Қырым бұлса дежарби базы дегелде Русияге шарап теслиматчысы дар буақты америкалы пропагандачы Такер Карлсон елінде шарап шишесінен айтты. Русия бойынша, яне Москва этрафы бойынша турнесінің 2-й аптасында пропагандачы америкалы сейіржілеріне Русияның варлығыны көстермеге тырыша. Карлсон кечелері Путиннен япқан интервьюсындан соңра Москва метросының итишамыны ве тюкканларда боллықларыны көстерген репортажлар япа. Wine. It's from Crimea, which not only has the warm water naval base, but also is the source of most of the grapes in this part of Russia for wine. Такер Карлсон шахси лейхасының мойлі фыдыр анда Украина ақында рус тәшвихатчыларының ифаделеріні текрарлай. Рус ұжымлеріні ақлай ве Русияның Украинаға башлаған женкінде Америка Бірлешкен Девлетлеріні қабатлай. Пропаганда жының Москваға зеретіні огренген соңра Қырымның ижғалжы акимияты оны ярмадаға экскурсияға дәвет етті. Ама Карлсон шымдылік бұ дәветке бір жевап бермеді. Тек ічкеде япылған Қырым шарабы ақты айтты. Naval base, but also...